Приветствую всех, дорогие друзья, у микрофона пассажир, и добро пожаловать в Тарков-арену. Она наконец-то вышла у нас в бета-тестирование, это ответвление основной игры Escape from Tarkov, и давайте посмотрим, что тут есть. На самом деле ничего сложного, у нас есть оперативники, мы зарабатываем очки, зарабатываем деньги, покупаем оперативников, мародеры, шакалы, и чем выше мы поднимаемся, соответственно, по рейтингу, и растет наш уровень, тем лучше, интереснее и более экипированнее становятся наши оперативники. В принципе, на этом все. Врываемся в бой и смотрим, как это играется. Отлично, карта аэропорт. Выбираем себе снова чемпиона, наш родной интересный оперативничек. У него достаточно неплохая экипировка и, по крайней мере, на этом уровне, и неплохой ствол. Опять же, надеюсь, нам это поможет. Кровавая баня! Да! Наша команда красная, и почему-то всегда мы играем за красных. Но это не так важно. Диктор орет. Мы идем в бой. Кстати говоря, не забываем. А мне нечем, да? Мне нечего покушать. Таблеточек нет. Стимуляторов, организаторов и прочего тоже. Ладно, идем. Карту я не знаю, поэтому предлагаю двигаться с нашими бойцами и работать уже по секторам. Но нам главное не нарваться и не обосраться. Здесь есть прострельная позиция. Я все-таки хочу немного вперед. У нас здесь есть точка. Самолет заняли или нет? Вопрос. Не хочу агрессировать. Ибо один раз это уже играло со мной злую шутку. Победа уже? Как быстро ты, смотри. Я пытался охранять точку и даже не увидел противника. Ладно, ребят, давайте. Хорошая команда. Я чувствую, мы победим. Также хочется таблеточку. Лутать противников поверженных можно, но я не думаю, что вам позволят это сделать, поскольку все происходит достаточно быстро и на лутание времени особо нет. Я предлагаю занять, наверное, позицию самолет, поскольку, скорее всего, здесь-то главный замес у нас и происходит. Да-да-да-да. Минус один. Хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! А как он сзади-то прошел? Там же наш стоял. Я просто в спину расстрелял. Ну, ребятушки, ну как же так? Я же надеялся, что вы мне спину будете прикрывать. Стоял же на хорошей позиции, но шанс есть, у нас еще двое живы. Давайте, парни, я надеюсь, вы опытные, судя по первому раунду. Ой, не стой так, зря ты так стоишь-то. Беги, беги. Сверху. Что ты творишь, а? Куда? Куда ты стреляешь-то? Ну куда? Нет, Форест, извини, но ты уже не убежишь. Понятно, здесь нас зажали. И полный проигрыш. Я все-таки надеялся, что спину мне прикроют. Некрасиво получилось. Надо примерно уже изучать карту и к ней приигрываться. Попробуем сделать так, от третьего лица. Все это дело изучить. Тут опять же, как и в любом таком арена-шутере, игра на тайминге, на знание позиции. Я вот знаю уже одну позицию, туда, скорее всего, я и пойду на эту одну позицию. Ага. Вот-то-то-то. Я хочу крыть эту позицию, но опять же, меня может кто-то сзади обойти, да? Вот это я понимаю, есть. Красные, красавцы, красные вообще замечательно. Минус два. Вот эта карта мне побольше нравится.
по крайней мере, понятно, где основные боевые действия у нас происходят. Давайте, ребята, тащим. Тащим, показываем свой неимоверный скилл, который у нас есть. Так, я хочу самолет. Мне там очень нравится. Насиженная, хорошая и понятная позиция. По крайней мере, откуда можно отрабатывать. Там уже бегут как кони. Так заминусить должен был. Там кроме головы ничего не торчало уже. А ты подлизунный подлежун. Вот это парни позицию заняли. Один стоит, другой вообще лежит на пузе. Понимаю. Двигаются на крысе. И крысу эту уже сексуализируют полностью. Давайте, ребят. Хорош, хорош, хорош. Потата Варьер. Акуна Матата и Потата сделают вещи. Тап не работает. Посмотреть, сколько в команде противников. Нельзя. Это, конечно, плохо. Но зато можно переключаться между своими сокомандниками. Давайте, ребята. Я вас верю. Добирай, добирай, добирай. Но мы выиграем. Есть точка наша. Опять же, не можешь выбить команду противника, захватить точку в определенное время, и победа будет за нами. Пока неплохо идет. Но вот лежуна вот этого на пузе я не ожидал, что ребята на арене будут лежать на пузе и двигаться на крысе. Неплохая пипирка, мне она нравится. Все так же держим центр. Оружие у нас позволяет. Хотя они уже знают, правда, как меня перекрывать, поэтому... А вон Грена прилетела. Выйдешь? У меня кровотечение. Откуда? Он сзади обошел. У нас опять вверх никто не кроет. Да ну, ребят, ну как так-то можно? Я крою низ, один кроет вверх. У нас опять спину забирают. Ну что? Вот все-таки геймплей немножко решает. А не немножко, а даже множко решает. Если ты играешь, опять же, со своими друзьями, тебе будет гораздо легче распределять позиции. Плохо, отвратительно. Это были необязательные, конечно. Наши откисания вот эти. Просто чувак пробегает по верху самолета, спрыгивает и забирает нас сверху, просто в спину. Другие позиции мне не интересны. Основной замес происходит здесь. Я не знаю, пойду наверх, но опять же, ты вниз или наверх? Я вот не пойму. Отвратительно, плохо, мне не нравится. Плохо. Минус один. Вот он опять хотел пробежать. Точно так же, абсолютно он хотел пробежать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это наш. У меня кровотечение, хилиться нельзя. Это сверху. Хорошо. Блин, я откисну, но мне подлекаться надо. Да я уже сейчас потеряюсь, точно. Перевязаться надо. Молодцы, красные, хвалю. Отлично. Свои.
Затащили, шикарно. Хорошо идет. Давайте, парни. Работаем. Главное перекрывать те позиции, где они заходят сзади. Лоб-лоб мы еще более-менее как-то можем получать паритет с противником и перестреливаться, можно сказать, в честную. Здесь уже исключительно контроль позиции и знание карты. Нужно время на то, чтобы изучать, поэтому я не стараюсь бегать куда-то налево, направо, да и основной замес я вижу, в принципе, где. Так, сокомандник наш идет. Угу, понимаю. Здесь он меня уже перекрыл. Я опять зашел в спину, да, нашим? Напряженно. Напряженный бой. Нравится, не стреляй. Работай. 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 Куда? Куда стреляешь-то? Ну все, это Габелла. Он не вывезет. Да. Раунд за вами. Напряженно. Надо затащить. Нельзя лажать, главное не торопиться. Мне бы таблеточку. И вспомнить, за что какой стимулятор отвечает. Ну не знаю, давай вжаримся. Надеюсь, это поможет. Я уже не помню ни по цветам, ни по названиям. Какие стимуляторы за что отвечают. Какие на подхил, какие на скорость и выносливость и так далее. В общем, методом тыка понимаем игру. Один вниз ушел. Я пробитый. Свои, 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 свои. Не надо добивать меня. Блин. Не гаркай. У меня хп нет вообще, в принципе. Дружище. Куда же ты убежал? Немножко можно было бы меня прикрыть. Слишком меня пробили, и здесь уже без вариантов. Либо не хилиться, в принципе. Это хоть какой-то шанс. Скорее всего, думаю, не стоит этого делать. Ну давайте, ребят, надо затащить. Нет, синий, слушай, камбэчат. У нас один остался. Времени почти не осталось. Заканчивайте. Точку надо брать. Дружище, точку. Костян. Костян, Костян, точечку. На точечку. Ну не сиди здесь. Давай, 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 двигайся к точке. Они уже пошли тоже на точку. Костян, ты бы успел, он бы успел подойти к точке и захватить ее. И мы могли затащить эту катку, не надо было сидеть в таких ситуациях, потому что один против двух. Это уже бесполезно. Даже этот килл на дистанции не принесет нам никакой победы. Ну давайте, пацаны, собрались. Серия убийств. Юзаем этот стимулятор, не знаю, вроде помогает, не помогает. Ну какая замечательная анимация. Головная, поехали туда же. Ребят, давайте аккуратно отрабатываем. Нам нужна победа. Один здесь сидит. Да что ж такое-то, меня опять пробили, как... Я не знаю кого. Кровотечение, у меня бинта нет. Я гаркаю, и мне нечем даже вжариться. Плюсом я не двигаюсь, весь пробитый.
пацаны. Я думаю, меня слышно очень хорошо. Почти все, надо ускоряться. Красные захватывай. Ай, ребятушки, ай, молодцы. Красота, отличная каточка. Просто зашла. Напряженная, тяжелая. Ну, Тарков Арена внушает оптимизм и... Мне очень нравится. На самом деле, это получается наш заработок. Мы неплохо так заработали, неплохо пофражили. И при этом напряженная битва была. Стенка на стенку. Шикарно, отлично. Надо играть, надо вспоминать, как играть в Тарков. Динамики, механики. Лечение, позиции, выходы. И все будет здорово. Можно будет расти по рангу и брать новых, соответственно, оперативников, благо их здесь достаточно. Широкий выбор с разным вооружением, разной броней, экипировкой и, соответственно, стимуляторами, аптечками и прочим. В общем, на этом, я думаю, мы закончим. Спасибо за внимание, с вами был Пассажир. Если нравится Тарков Арена, заходите, регистрируйтесь, покупайте, если вы обладатель премиум, так сказать, версии Escape from Tarkov базовой игры, вам эта арена будет доступна бесплатно. Просто нужно зарегистрироваться на отдельном сайте Tarkov Arena и уже дальше получать удовольствие. На этом все. Увидимся. Вижу одного. Это наш. Один верх занял. Да куда пули-то летят? Я не понимаю, куда пули летят, просто в голову стреляй уже. Ну как, ну там кроме головы ничего не торчало, уже просто стреляешь в голову, даже выше поднимаешь, все равно не получается. Да, синие не празднуют победу в матче, а мы, конечно, не празднуем. Ладно, это была одна карта, одно поражение, пока ничего не понятно и... Не знаю, я там кроме головы ничего не торчало. Я немного расстроен, поэтому предлагаю сыграть еще один матч, но на другой карте. Возможно, там нам повезет. Погнали.